Всем привет! С вами на связи Андриус Крипто Ньюс. И как всегда, у меня для вас просто интересные мои размышления. Новости касательно новых криптовалют, новых сфер рынка. И, конечно же, ваш любимый, непревзойденный, обожаемый XRP Ripple! Прежде чем мы начнем, я вам хочу сказать, что на этом канале будет просто непредсказуемая активность. И мы обязательно дойдем до 10 тысяч подписчиков, что бы этого ни стоило. Вместе! Поэтому подписываемся на канал с колокольчиком, ставим палец вверх и начинаем двигаться вперед. Погнали! XRP! Как вы думаете, какая максимальная возможность для данной криптовалюты? Я имею в виду, конечно же, в долларовом эквиваленте. Знаете все, что XRP стоил буквально-таки почти даже больше 3 лет назад. Его максимальная стоимость равнялась 2 долларам и 75 центам. Ну, учитывая то, что прошло столько времени, и сейчас ее стоимость 1,32, это относительно немного. И я уверен в том, что варианты именно развития, ее максимальная значимость дойдет к нам через определенный промежуток времени. Так вот, максимальная стоимость XRP будет в будущем равняться около 1000 долларов. И это однозначно не секрет ни для вас, ни для меня и ни для кого. Это будет, как и сам биткоин, когда он стоил больше 10 лет назад менее доллара, то, учитывая тот факт, что он поднялся до 60 тысяч баксов, это на уровне фантастики. Так вот, я хочу у вас поинтересоваться, почему с XRP не может произойти то же самое. Потому что данная криптовалюта очень востребована многими банками. И ее ажиотаж, заинтересованность инвесторов, трейдеров и, в принципе, людей в целом очень высока. Это одно. Я хочу с вами поговорить про новые криптовалюты. Airdrop, Flare Network. Потом Spark Flare, Songbird NJigbee и Sol XLM. Так вот, эти новые криптовалюты, они однозначно развиваются. И это не может не радовать даже инвесторов начинающих, потому что, инвестируя в них, и так как они совершенно новые, их будет просто невозможно оценить в возможности заработка, потому что их стоимость будет увеличиваться просто в тысячном эквиваленте процентов. То есть человек, вложивший, скажем, 10 тысяч долларов, сможет получить больше 100 тысяч долларов. Однако, конечно же, риск здесь есть. Но, как мы все прекрасно понимаем, новые криптовалюты растут просто как грибы после дождя, как трава после дождя, максимально быстро. Но тут нужно иметь четкое зрение и очень хорошее обоняние. Именно потому мы все понимаем, что нужно вовремя сделать ставки. Я имею в виду, когда вы увидели ее максимальную активность, ее максимальную себестоимость, нужно продавать и рубить этот самый кэш. Данные криптовалюты очень интересны в плане возможности, потому что все они имеют очень выгодные возможности, потому что эти криптовалюты востребованы. Ведь иначе мы не видим ничего, ведь они развиваются. Даже час от часа, я не говорю даже день ото дня. Именно поэтому они увеличиваются в своей стоимости. Любая криптовалюта, даже самая
новая, но не такая статусная, да, она будет увеличиваться на большое количество процентов. Потому что это криптовалюта и без нее никуда. Вернемся к XRP. $1000 это, даже я не могу в это поверить, но это реально будет. Потому что XRP имеет сейчас такую возможность, которую не имела ни одна криптовалюта в своей жизни. Это реально будет, дамы и господа. Это мое личное мнение. Как говорится, вы должны иметь свою голову на плечах и сами понимать, в том, сможете ли вы оценить данную информацию по достоинству. Чтобы принять решение, нужно четко взвесить все за и против, как говорится. В этом и вся фишка. Прокачивайте свой мозг, прокачивайте свою чуткость, и вы обязательно дойдете до победного этапа своего развития. Ну а с вами был на связи Андрюс Крипто Ньюс. До скорых встреч. Пока.